Итак, город Комсомольск. Приехали мы на Шанту СД-32. Регулировать клапана. Послушать, что там стучит. Сняли мы первую клапанную крышку. Такая ситуация здесь. Ржавенькая все. Ремонтировали вторую. Эмульсия еще старая осталась. Ржавчина. Если смотреть отсюда, то вот там видно риску. Вон она. Сейчас фокусируем и попробуем. Вон она, риска на шкиве. Понимаю, оставляем. Так, ну вот у нас видно две буковки ЦЦ с меточкой. Выставляем мы по отливчику. Ну отсюда не видно. Телефоном туда я не могу подлезть. Что мы замерили? Получается у нас на 30 0,60. В принципе там уже идет небольшой. Сейчас будем регулировать вторую форсунку. Регулировали мы клапана. Ой, форсунку вторую. Получается 5 оборотов стрелки от нуля. Вот 5,79, а было 5,20. Вот так вот. Крутили мы сейчас на второе положение. Вот у нас. В смысле, вот смотри, 0,60 берем. Пятая форсунка, второй клапан. Очень много, да, зазорчато прям. Это впускной и выпускной. Так в смысле он должен быть вот тут вот. Должен быть 0,30 и 0,60. Ну-ка сейчас посмотрим, что налетит, вообще не пишется. Выпускной. 0,60 с трудом. А впускной 0,30 вообще болтается. Сейчас будем регулировать. Так, выставили мы индикатор на 0. Сейчас зажим форсунку установлю. И путем нажатия на форсунку у нас индикатор будет прокручивать стрелку от 0 до 0. То есть должно пройти 5 оборотов и 79. В данный момент у нас показало 10 оборотов. Сейчас будем ее подрегулировать до 5,79. Так, у нас первая форсунка, сейчас четвертый цилиндр. На шкиве Б выставили у нас. Впускной вообще зажат практически. Просто туда он не лезет. Выпускной немного есть зазор, но точно не 0,60. Доворачиваем на 0. Считаем обороты. Здесь 5,51. Чуть-чуть не хватает. Репетировали. Проверяем. Раз, два, три, четыре, пять. Нет, ты просрал. Как у нас первый цилиндр. Вообще не лезет. Впускной немного ходит, выпускной зажат. Это что, 30-ка, да, залезла? Это зажапина. Так, выставили на 0. Раз, два, четыре, пять. Вот. 5,48. Мы вышли на А, первый круг. У нас 60-й тоже не лезет. Выпуск 60 не лезет, впуск. Ну, впуск вот, кстати, нормально сделан. Впуск нормальный, выпуск нет. Ага.
И будем регулировать третью форсунку. Третья форсунка. Давай я подержу, Юр. Раз, два, три, четыре, пять, 5,50. Ставили Б по первому кругу. У нас третий цилиндр, выпускной клапан не лезет. Выпускной сколько? Выпуск. Сюда вообще ничего не лезет. Зажатый, ну. Впуск 30-ка, правильно? Да. Она третьего цилиндра отремонтировали. Шестая форсуночка у нас. Выставляем на ноль. Ну так вот. А у меня два, три, этот. Четыре. Мы же не можем подцепить вращатель пальцы разного диаметра вообще. Три, четыре. То есть мне нужна переходная плита, чтобы зацепить вращатель. Так, шестой клапан. Шестой занимается Максим. И, как говорится, все. Отрегулировано? Все. Почти на. Так, пробуем, что, двигать стартер напрямую, реле отрабатывает, не запускаю. Прям вообще, прям тестов. Итак, что мы имеем? Сейчас мы покрутили двигатель, получается, сделали два оборота. Вот, до отметки А, то есть второй цилиндр. Вот у нас выпускной. Он зажат вообще. Пуск чуть-чуть ходит, то есть сейчас замерим. Ну тут он прям зажат. Сюда вообще ничего не залезет. А должен быть 0,60. 0,30. А, 0,30, да. Ну вот как-то так, ребят. Что мы имеем? У нас не запускается двигатель, у нас не работает стартер. Пытаемся его напрямую, у него бендик проскакивает и не сцепляет. Короче, сейчас будем демонтировать у него стартер. Ну что, работа все с тем же Cummins NTA-855. Есть много неясностей, с чем мы не согласны. Будем производить демонтаж головок блока цилиндров. Сейчас все это будет разбираться, соответственно. Выпускной трак у нас здесь установлен. Сейчас все мы это будем раскидывать и снимать полностью. Так, что ж, шантуй у нас продолжается. Вот он, получается, штанготолкатель. Так, камера прям у нас не хочет фокусироваться. Вот тут видно места, где терло соприкосновение металла. Соответственно, все поснимали. Штанготолкатели, ну не стал все снимать на камеру, через один все гнутые. Через один все гнутые. С форсунками тоже проблема. Они очень такие прям нечистые, скажем так. Головоньки все поснимали. На проверочку надо будет увозить сейчас. Все чистить, подготавливать. А так вот примерно выглядит он в разборе. Ну да, впускной коллектор мыть понесли. Охлаждение систему тоже отмывать от солидола. Вот они получается. Что-то я тут понапутал, короче. Эти пятая, шестая. Вот эти, короче, вот. Первая, вторая, третья, четвертая. Причем на прессовке, ну, все отверстия закрывались. Туда точно уж ничего не попало. Но если бы попало, то они бы все были такие. Все тот же NTA-855. Все протянули, все поставили, установили. Искать.
камера передаст. Ну, вот, в принципе, видно, что все попало в свои места. Почему-то у нас выпендривается шестой и второй цилиндр. Ну, вроде как исправили. Так, проверим еще раз, прокрутим. И будем, соответственно, производить дальше сборку. Давай, запускай.